Привет всем! Это видеоролик в пластиковой трубе низкого давления, как соединять муфты с данной трубой. Просто у меня недавно появился опыт такой, я хотел бы с вами поделиться. А речь идет вот о таких трубах, пластиковые трубы низкого давления. Эта система была сделана до нас, до того, как мы приобрели этот дачный участок. И соединена пластиковая труба с таким шлангом, и здесь был железный кран, который после зимы, видимо, вода в нем была, из-за промерзания появилась трещина. Я поменял его на пластик и вместо шланга поставил вот такой угол с такой трубой. Ну и также здесь не было этого крана и не было резьбы. Нарезали резьбу, прикрутили кран и прикрутили как американку, и к нему вот ПНД, трубы низкого давления, то есть переходник с резьбой на трубу, угол поворота и переходник, то есть и крану, пластиковому крану. Сама система раскинута на всем дачном участке и имеет вот такой выпуска. Раз. Два. То есть она под землей закапана, эти трубы, и имеет несколько отводов, как бы это делали предыдущие хозяева. Воду подают по расписанию, и давление здесь, вода стоит здесь не постоянно. То есть, когда подают воду, открываем, поливаем, закрываем. В общем, что я хотел рассказать, когда я соединил первый раз эти трубы ПНД, у меня началось, когда дали воду, протекало в этих местах. И изначально я думал, что достаточно просто закрутить сильно, и все, и это сработает. Как у меня получилось, когда я ставил кран. Здесь просто воткнул, закрутил, и он не было печи. Оказалось, что это не совсем правильно. И моя ошибка состояла в том, что я отрезал неровно края. И из-за этого не было плотно, труба не стыковалась мне плотно с отверстием. То есть сама муфта состоит из прижимной пружины, такой заглушки и вот этой резинки. Я думал, что мне достаточно будет надеть эту прижимную и скрутить сильно, и все. Правильно делается так, что выравниваются края, делается небольшой конус, а это смачиваете водой. Задеваем шайбу эту прижимную, саму гайку, и необходимо просунуть трубу сквозь резину. То есть она должна пройти резинку и упереться. Ну, по идее, на этого должно выглядеть так. Проходит резинку и упирается там вот в этот контур. И тогда вот эта резинка, она не дает протекать воде, и труба плотно держится за счет этой прижимной гайки, которая имеет зубья и не дает трубе выскочить. То есть, ну, вот такие здесь расширения. Я первый раз этого не сделал, просто воткнул трубу, закрутил, и соответственно у меня была течь. Ну, мне подсказал сосед, что это неправильно, хотя у меня был опыт настройки, мы делали трубы, но большего диаметра, и смазывали солидолом, чтобы протолкнуть трубу до конца. Необходимо приложить усилия, чтобы просунуть сквозь резинку. Попробуем, что-то не идет. Thank you.
вот одел трубу сквозь резинку, и муфта держится достаточно хорошо. Ну и следующее мы затягиваем. Ну и все, труба соединена, готова. Этот переходник соединяется с отверстием, ну, наподобие как у меня. Ну вот такой небольшой опыт соединения труб ПНД с муфтами, с переходниками. Что-то еще хотел показать. Такие переходники. Которые продаются в магазине. Легко снимается со шлангом. Переходник откручивается. Можно ставить в любое отверстие на участке, переставлять шланг вот таким легким способом.